Льюис такой парень, где-то даже фартовый, что ли. Но хотя, как бы, фартовый это, если так, в общих чертах. Но, мне кажется, у него вот какое-то есть чувство момента, что ли. Да, вот он даже с тем же Волковым. Вот он почувствовал вот сейчас, да, и оказалось, что действительно сейчас. Он не так прост, как кажется, в общем-то, да. Вот он вроде бы такой иногда пассивный в поединке, но он всегда опасен. Для Кормье это путь к бою с Леснером. Да, потому что и это очень много денег, естественно. Леснер — это человек, который перетягивает аудиторию из WWE, и имя, которое очень хорошо известно за пределами единоборств. Поэтому для Кормье это также крайне важный бой, и бой, в котором ему противостоит очень опасный соперник. Хотя, конечно, очевидно, что Дэниел фаворит. Мало кто, в принципе, ожидал, что Дерек Льюис доползет до боя за звание сильнейшего бойца сильнейшей лиги мира. Это боксер с потрясающим ударом, терпеливый, очень хитрый. Очень хитрый, потому что вот даже давай вспомним его бой с Александром Волковым. Это просто же, это же щука второй курс без экзамена. Просто когда человек показывает, что мне плохо, я сейчас развалюсь, я подохну сейчас. Он может дотерпеть, и это тяжело, не хочется говорить, да, вот эти банальные вещи, но это тяжелый вес. И поэтому одно попадание в данном случае решает все. Проканает ли это с Дэниелом Кормье? Нет. Не берусь сказать, как именно, да, метод победы, по очкам, нокаутам или засабмитит он несчастного Дерека Льюиса, но то, что это будет победа, вот прям ставьте квартиру, только не мою.